Северного Кавказа в боксах. И поехали! Кучный прием! Со старта скачку повела Нормандия. Нормандия впереди, ее захватывает полевую сторону Барти Эклипс. 100 метров пройдено за 8 секунд. По противоположной прямой Нормандия и Барти Эклипс впереди. Альтамир вторым. На четвертом месте Сай Блэк. И замыкает скачку Скай Бэйби. Броском Сай Блэк выходит вперед. Сай Блэк повел, Нормандия второй. Барти Эклипс на третьем месте. На четвертое место перекладывается Скай Бэйби и замыкает Альтамир. Лошади входят в левый поворот. Сай Блэк впереди, 500 метров пройдено за 35,8 секунды. Перескачки довольно-таки тихие, Сай Блэк впереди. Барти Эклипс на втором месте, Нормандия третий. Ее захватывают Скай Бэйби и Альтамир. Барти Эклипс впереди. Сай Блэк начинает отпадать. Нормандия выходит на второе место. Третий держится Скай Бэйби. Выход на финишную прямую. Барти Эклипс вводит компанию на финишную прямую. В борьбе за второе Нормандия и Скай Бэйби. 500 метров подняли за 32,4 секунды. На четвертое место перекладывается Альтамир. Сай Блэк замыкает. Барти Эклипс с преимуществом в 3-4 корпуса впереди. Приз Северного Кавказа выигрывает Барти Эклипс. Скай Бэйби финиширует на втором месте. Нормандия третий. Сай Блэк четвертым. Альтамир замыкает.